Всем привет! Сегодня на канале 5 и 7 континент уже 500 подписчиков. Кто-то скажет, подумаешь, на фоне других каналов 500 это ни о чем. Но поверьте, даже первых 50 подписчиков это не так уж и просто. И мы искренне благодарны всем, кто не только смотрел все это время наши программы, но и подписался на наш канал. А что дальше? Как привлечь новых зрителей? Почему так медленно растет число подписчиков? Позади более 50 выпусков, и каждый раз мы получали множество лайков. Но даже самые наши постоянные зрители, далеко не все смогли подписаться на канал. В чем же проблема? И как очень легко и быстро зарегистрироваться на YouTube? В этом выпуске, по вашим многочисленным просьбам, я отвечу на этот вопрос. Ну а для постоянных подписчиков, в конце этого ролика, я поделюсь еще одним секретом, который, возможно, будет полезен даже тем, кто уже давно зарегистрирован на YouTube. Кто-то спросит, зачем вообще нужна эта регистрация, когда и без нее мы можем смотреть все, что нам интересно. Во-первых, если вам понравился какой-то канал, лучше всего подписаться на него. Иначе, скорее всего, вы просто пропустите программы, которые вам могли бы быть интересны. Во-вторых, это даст вам возможность писать комментарии, задавать вопросы, вести диалог с авторами и ставить лайки, если выпуск вам понравится. Обратная связь очень важна как для зрителей, так и для авторов. В-третьих, это даст вам возможность поддержать канал, который вам понравился, так как чем больше подписчиков на канале, тем больше YouTube продвигает именно этот канал. Ну и последнее, тот самый секрет, которым я обещал поделиться в конце выпуска, тоже может оказаться вам очень полезен. Ну что, начнем? Возьму для примера канал 5-7 континент. И популярный последнее время на нем ролик «Город, которого нет». Заходим по ссылке, которую получили через Facebook. Пробуем поставить лайк. Но если мы не зарегистрированы на YouTube, сделать это, как видите, невозможно. Аналогичная проблема возникает, если мы захотим подписаться на канал, а также при попытке оставить комментарий. Каждый раз YouTube предлагает вам либо зайти в аккаунт, либо зарегистрироваться. Так в чем же проблема? Секрет в том, что для того, чтобы зарегистрироваться на YouTube, нужно иметь аккаунт с Google. Проще сказать, нужно создать себе новый адрес с окончанием gmail.com. На самом деле YouTube каждый раз предлагает нам это сделать. То есть не нужно даже заходить на какую-то специальную страницу. При попытке оставить комментарий YouTube предлагает вам либо войти в свой аккаунт, либо, если такового нет, создать новый. Нажимаем «Создать аккаунт». Выбираем опцию «Для себя». Пишем свое имя. Можно на русском или на английском. Дальше фамилию. Теперь нам предлагаются два варианта. Создать аккаунт с уже имеющимся у нас электронным адресом. И в этом случае вам придется подтверждать права на этот адрес. Или, я рекомендую именно этот вариант, создать Google аккаунт с новым адресом Gmail. Поэтому нажимаем на «Создать с новым Gmail адресом». Набираем новый адрес. Желательно, чтобы такого еще не было. К примеру, ввожу alexrosin0101. Далее придумываем пароль не менее 8 знаков. И этот пароль обязательно должен включать в себя не только цифры, но и буквы. И самое главное, специальные символы. К примеру, звездочку или знак доллара. Например, 0101 Алекс, звездочка. Еще раз пишем этот же пароль, чтобы исключить ошибку. Если вы нажмете на этот значок, то вы будете видеть пароль, который вводите. И нажимаем «Далее». Запоминаем пароль на вашем компьютере, чтобы не нужно было вводить его заново, для чего нажимаем «Запомнить пароль». Осталось проверить, что вы – это вы, для чего набираем свой номер телефона, на который в данный момент вы можете получить смс. Я набираю свой номер телефона, нажимаю «Далее», получаю шестизначный номер по смс на телефон и ввожу в соответствующее поле. Нажимаем «Проверить» и получаем приветственное сообщение от Google. Александр, добро пожаловать на Google. Остается еще несколько формальностей. Ввести ваш номер телефона. Кстати, эта опция не является обязательной, но полезной, так как по этому номеру
Вы сможете восстановить ваш пароль, если его забудете. Пишем еще один любой другой электронный адрес, на который будет отправлено сообщение, если кто-то другой попытается войти в ваш аккаунт. Вводим вашу дату рождения и пол. Нажимаем «Далее». Если мы хотим остаться в этом аккаунте после окончания регистрации, нажимаем «Да, я остаюсь здесь». Читаем все правила пользования аккаунтом Google, спускаемся вниз и соглашаемся с ними. Нажимаем «Я согласен». Поздравляю! Вы зарегистрированы! И автоматически YouTube возвращает вас к просмотру ролика. А теперь самое время поделиться с вами обещанным секретом. Зарегистрировав аккаунт на Google, вы получаете совершенно бесплатно ящик емкостью 15 гигабайт, который позволяет вам без проблем в считанные секунды переслать огромные файлы, даже многосерийные фильмы, по e-mail или просто текстовым сообщением вашим друзьям. Вы можете легко за несколько секунд отправить папку с несколькими сотнями достаточно громоздких фотографий. Уверен, многие из вас сталкивались с проблемой пересылки файлов и даже не предполагали, что золотой ключик у вас давно уже лежит в кармане. В описании есть ссылка на страницу, на которой вы сможете создавать новые папки, перемещать в них туда необходимые файлы, открывать доступ к этим файлам для ваших друзей и, главное, пересылать их практически мгновенно вашим друзьям. Ну а теперь давайте проверим новые возможности, которые у нас появились. И вернемся к просмотру ролика. Ставим лайк. И видим, что количество лайков сразу увеличивается. Убираем этот лайк, так как не очень красиво ставить лайки себе любимому. Подписываемся на канал, и появляется надпись, что мы подписаны. Заходим в раздел комментариев и уже без каких-либо проблем оставляем комментарий. Спасибо всем, кто посмотрел этот ролик до конца. Более того, теперь вы сами сможете загружать на канал свои видео. Но это уже отдельная тема, которой я с удовольствием поделюсь с вами, если такая необходимость появится. Если этот выпуск оказался для вас полезным, ставьте лайки, пишите комментарии, а также подписывайтесь на канал 5 и 7 континент. Теперь вы уже точно сумеете это сделать.